Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы будем готовить блюдо, которое займет самое главное место на вашем столе. Конечно же, это утка с пряным клубничным соусом. Список продуктов, необходимых для приготовления блюда, вы найдете под видео. Начинаем с утки. Утиные грудки должны быть сухими. Если на них есть лишняя влага, то ее можно убрать бумажным полотенцем. На коже надо сделать неглубокие надрезы, чтобы жир хорошо вытапливался. Аккуратно надсекаем кожу, чтобы не порезать мясо. И у нас получается вот такая красивая сеточка. Отложим пока курицу в сторону и займемся клубникой. Клубнику я, конечно, помыла, срезаю хвостики, разрезаю клубнику на 4 части. И теперь клубнику надо размять. На разогретую сухую сковороду я выкладываю утиную грудку кожицей вниз, чтобы жир вытапливался. И так буду жарить с одной стороны минут 5-7. Пока утка обжаривается, включаем духовку и разогреваем ее на 180 градусов. Вместе с уткой будем сразу готовить клубничный соус. Ставлю кастрюлю с клубникой на средний огонь и жду, когда она закипит. Клубника закипает очень быстро. Уменьшаю огонь клубники, добавляю щепотку соли, черный молотый перец, кориандр и корицу. Все это надо хорошо перемешать и дать клубнике потомиться несколько минут. Утиные грудки я жарила 6 минут. Переворачиваю и буду еще жарить 3 минуты. Теперь в небольшую форму для запекания я наливаю пару ложек топленого утиного жира. Кладу пару веточек ароматного тимьяна. Сверху выкладываю утиные грудки, добавляю соль и перец. И теперь буду запекать утиные грудки в духовке при 180 градусах 5-7 минут. Это зависит от размера утиных грудок. Пока утка в духовке, на оставшемся топленом жире я обжариваю грибы и перец.
утка запеклась, вытаскиваем ее из духовки и дадим ей время отдохнуть и пропитаться равномерно соком. Овощи тоже готовы. Соль и перец я добавляю в конце, чтобы овощи остались сочными и хрустящими. К клубнике я добавляю бальзамический уксус и ложку сливочного масла. Оно поможет загустить клубничный соус. И еще один штрих – это чайная ложка меда. Куриные грудки режем на порционные кусочки. Мясо получилось сочным и нежно-розовое. Медиум прожарки, точно так, как должна быть пожарена утка. На свежие листья салата я выкладываю порезанные куриные грудки, жареные овощи, украшаю клубникой и, конечно же, я подам пряный клубничный соус. Утиная грудка с пряным клубничным соусом готова. Это блюдо не может оставить никого равнодушным. Приготовьте это блюдо для своих родных и близких, тем более, что готовится оно очень просто и быстро. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!